Да. Его можно было прочитать. Поэт да. сам. Может быть, все сейчас... погубило. Нет. Сейчас в этом стихотворении другое. Нет этого Катрена. Вот. Итак, а пока помидоры философствуют, Михаил Лишенко, пожалуйста. Вы так просите, мне кажется, вы там под столом на коленях стоите. Да. Я тоже, дорогие друзья. Пожалуйста, Михаил. Видите, поэтому приходится все делать в этой жизни самому. Да, а, вот а критики тут, только тут, и сидят, и вот это. Критики сидят да, и да, смотрят. Пока да? мы не скажем, никто. Ничего не случится, да, ничего не случилось, да, вернее. Извините, Михаил, извините нас за то, что мы мешаем вам. Несколько четверостишей. Чтоб начать борьбу с коррупцией, мало дать одни инструкции. Тут борящимся, видать, надо и на лапу дать. Как не бросает нас судьба, разлук все ж не вечно длится. Придешь куда-нибудь, ё-ба, кругом знакомые все лица. У России иная, ведь могла быть судьба, но давно нефтяная, ей настала труба. Нет, нас не разгадать, для мира мы шарада, ведь дважды два всегда... В России сколько надо. Ёжик. Мне ёжик очень симпатичен. Симпатизируя ежу, в него с опаской пальцем тыча, я за реакцией слежу. Ёж досконально не изучен. Мы, проводя эксперимент, узнаем роль его колючек, взяв кисть руки как инструмент. Мы видим, ежик озадачен, когда его мы тычем в бок. Он не кусается, не скачет, а превращается в клубок. Схватить попытка, ой, не схватишь. Сигнал дается нам ежом, что он не мямля и не мякиш, опасен и вооружен. Эй! Обращение. И в ответ нам идет рассерженный сапеж, который длится перманентно. Итоги по объекту ЁЖ. Накоплен трудный, ценный опыт и подтвержден научно факт, что ежик очень хитросопый, зверек не склонный на контакт. Гражданочка, вы мне пронзили душу, разбередили весь гомеостаз. Режим труда и отдыха нарушив, строением ног, расположением глаз, как громом в сердце, вами шиндарахнут. Впал в меланхолию, в депрессию и стресс, от вас без вас, начав хереть и чахнуть, я ущемил свой жизненный процесс. На вас взирая прямо или боком, по всем частям конструкции скользя, касаясь мысленно и как бы ненароком, хотел нащупать хоть какой изъян. Но ваше все настолько идеально, сильнее шведской водки абсолют, что вы на выставках собрали все медали, а в вашу честь давали бы салют. Вы потрясающий, как цикл землетрясений, и данным фактом отнят всякий шанс найти от вас хоть где-нибудь спасение. Вернуть кислотно-щелочной баланс. От вас все выше прыгает давление, все больше перхоть, все острее гастрит. Врач-психиатр имеет подозрение на что-то страшное, но мне не говорит. Гражданочка, как быть, скажите, с вами? Швырять к ногам пленительным цветы, взирая конъюнктивными глазами на компоненты страшной красоты? Спасите, СОС! Ведь это ж не интрижки. Я загибаюсь от душевных ран. Вот вам рука, квартира, все сберкнижки. А если нет, пойду я на таран. Спасибо, Михаил. Мы понимаем, что такие стихи трудно читать без живой зрительской реакции, но вот такие у нас условия. А что вы вернулись? Еще хотите стихов почитать? Вот есть такие маленькие густиши. Да, пожалуйста. В свое время
Феликс Кривин для двустиший придумал такое название, которое является классикой, он назвал их дистрофики. Вот у меня они назывались парнострофы, но я думаю, что более актуальны теперь надо было назвать, наверное, двушечки. Кошмар! Кругом одни скоты! Плюс мой, что с ним я на ты. У нас кому подумать есть, ума палата, номер 6. Читали газету с последней уткой? Там честная, названа проституткой. Я пригласил тебя на ужин, сказал прощай, и был контужен. Едва живой спросил под утро, что это было? Камасутра. Пришла к поэту как-то муза, а он как раз был член Союза. Россия движется куда-то, но не сказать куда без мата. Ты слышал новость, что солнце село? В Басманном было, наверное, дело. Лишь попросил, Гюльчатай, приоткрой. Так вот и нажил себе геморрой. Товарищ, верь, взойдет она, взойдет, взойдет. И всем хана. Сороковой нога, укрошка, ух ты моя сороконожка. Коль верящим везде у нас дорога, гляди, все черти верят в Бога. А кто у нас чернее сажи? Все те, кто должен быть посажен. Как при такой красоте неземной ты наплевала обычной слюной? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Во-первых, то, что некоторые слова все-таки не произносились, а во-вторых, все-таки вам порицательно.